Почтить память воинов, отдавших жизнь, защищая интересы Родины, и поблагодарить присутствующих участников тех событий решили как словами, так и песнями, ведь о тех событиях есть и что сказать, и что спеть. Воины-интернационалисты, люди закаленные, прошедшие самое настоящее пекло, ведь воевать в горах – особая история. Об этом эхом напоминают съемки, песни, фильмы. Та отвага и доблесть, с которой выполняли они свой воинский долг, бесценны. Афганистан для нас, наверное, является и гордостью, наверное, и славой, и в том числе болью, потому что мы теряли, к сожалению, боевых товарищей. Боевое братство, наша, вот она, наша организация. У нас и чеченцы, значит, и афганцы, и сирийцы, у нас все, мы никого не делим, понимаете, вот. Поэтому я считаю, что надо встречаться, надо общаться. Мы проводим уроки мужества, по школам ходим, значит, рассказываем. Практически пол Афганистана проехал, пришлось. Потому что моя работа – это топографическая съемка военных городков, связанная с благоустройством жизни наших офицеров, солдат. Такие вещи не забываются, во-первых. Это святое дело. Потому что люди страдали. Тем более мне очень жалко, во-первых, родителей, которые пережили вот это все горечь, утраты. День памяти о воинах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, отмечают в нашей стране 15 февраля. В этом году исполнилось 35 лет со дня вывода советских войск из Демократической Республики Афганистан. Этот день наполнен как радостью, так и скорбью. Кто-то вернулся домой, кто-то погиб. Помнить об этом и чтить героев – долг поколения нынешнего. Об этом говорили со сцены, награждая тех, кто активно помогает в патриотическом воспитании молодежи Щелково. Почетные грамоты вручили и близким героев. Уважаемые ветераны, мы благодарны вам за то, что вы выполнили свой гражданский и воинский долг. Именно на ваших примерах мы сейчас воспитываем своих детей. И от лица Совета депутатов и себя лично хочу пожелать всем здоровья, благополучия и всем нам мирного неба. В холодном феврале отмечают памятную дату все боевые братья, ведь их объединяет одно – желание вернуться домой с победой и живыми. Лилия Тимиева, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.